Приветствую вас, подписчики, гости моего канала. В этом видео хочу с вами поделиться сервисом InStime, а точнее выводом денег из сервиса InStime. Напомню, что InStime — это сервис, который помогает раскрутить ваш аккаунт Instagram. То есть, если у вас есть Instagram аккаунт, вы продаете что-то через Instagram, может быть, пиарите себя, может быть, какой-то бизнес, да, ваш, вы можете с помощью этого сервиса вывести ваши посты в топ по определенным хэштегам, какие вы пропишете. Ну, соответственно, благодаря этому сам Instagram начинает показывать ваши посты в рекомендациях, начинает крутить в ленте тех людей, у кого схожие хэштеги, схожие интересы. Вот таким образом вы получаете новых подписчиков, новых клиентов, новых партнеров. В общем, все круто. Вот эти вот посты, начиная вот с этого, то есть вот этот дядечка, да, с заклеенным ртом, то есть раз, два, три, четыре, пять, шесть постов, они все вышли в топ по хэштегам, а вот этот первый пост, он держится по хэштегу кэшбэк уже целую неделю в топе, то есть он оттуда не падает. И вот это очень радует, потому что благодаря этому пришло несколько партнеров в мой бизнес, о котором здесь как раз я рассказываю. Вот, но это видео не об этом, не о самом сервисе и как он работает. Видео о том, что здесь есть партнерская программа, то есть когда мы приглашаем наших друзей и знакомых прокачать их Instagram, они оплачивают эту услугу, получают 60 тысяч лайков, 100 тысяч просмотров своего аккаунта, комментарии, сохранения, то есть начинают прокачивать свой аккаунт. Эта услуга, естественно, вся платная, на месяц $58. И по партнерской программе нам еще идет вознаграждение. По маркетингу видео оставлю, ссылку на видео, точнее, оставлю я в описании. Можете посмотреть, как работает маркетинг, сколько можно здесь вообще заработать. Вот. И, как видите, у меня уже есть партнеры, это которых я пригласил, кого уже они тут пригласили. Да? То есть, видите, тут 2 человека, тут 7 человек, если в глубину смотреть. Вот. И, естественно, начислились вознаграждения реферальные. И сейчас мы их будем выводить. То есть, видите, у меня на балансе сейчас $52.20. И сейчас будем выводить. Нажимаем кнопку «Вывести». Вывод «Вывести на кошелек ePayments». Здесь сейчас работает вывод только на кошелек ePayments. ePayments – это международная платежная система, с которой вы можете уже деньги выводить хоть на банковскую карту в любой валюте, хоть на электронные кошельки типа Kiwi, например. Вот, то есть этот сервис работает с ePayments. ePayments у меня уже есть, верифицирован. Вот он. Я беру номер кошелька своего ePayments. Вот, и вставляю его вот сюда, в это место. Номер кошелька и сумму, которую я буду выводить. Так, ну давайте выведем, ну давайте ровной суммой, $52. Так, нажимаем «Вывести». Заявка на вывод средств успешно создана. Все, видите, баланс у меня здесь убавился на $52. Вот. И теперь я ставлю это видео на паузу и посмотрим, через сколько времени деньги придут на мой ePayments кошелек. Да, сейчас 14.28, 24 число, 24 марта, 14.28. Все, ставлю на паузу, и как только деньги появятся на кошельке ePayments, я снова включусь. И посмотрим уже, что там, как и дальше. Сколько времени ушло на вывод денег. Итак, друзья, я снова включился. Времени сейчас 20 часов 43 минуты. Напомню, что на вывод мы деньги ставили в 14 часов 28 минут. За это время, за время ожидания, я уже успел разместить еще один пост, вывел его в топ. Получил подписчиков, получил уже пару заявок с вопросами в директ. Вот, ну не об этом речь, то есть деньги у меня вывелись. Вот, перейдем на кошелек ePayments. Давайте я его обновлю, чтобы было видно, что действительно деньги пришли, что это не нарисовано. Вот, $52, то есть то, что мы заказывали, то и пришло. Пришло это все, давайте посмотрим, в 16 часов 51 минуту, то есть 2 часа 20 минут получается.
был вывод денег. Замечу, что вывод денег на сегодняшний момент идет в ручном режиме, так как компания только на предстарте. Далее будет режим автоматический, то есть деньги будут прилетать моментально. Но для ручного режима 2,5 часа, грубо говоря, ну это вообще очень мало. То есть деньги, можно сказать, практически мгновенно на кошельках, да, если учитывать, что очень много выводов, очень много уже партнеров, и они тоже ставят деньги на вывод. Вот, отсюда уже мы можем переводить между своими счетами на банковскую карту, на банковский счет, на криптовалютный кошелек можем вывести, на электронные деньги, WebMoney, Яндекс, Киви, можем вывести на мобильный телефон, либо на свой аккаунт ВКонтакте. Не знаю, кто это делает, но, наверное, кому-то это надо. Лично я никогда не переводил на контакт, но кому интересно, можете перевести. Так вот, какой из этого всего следует вывод? Сервис работает как по продвижению, то есть выводит посты в топ, также работает и по выводу денег. Вывод денег без проблем, начисление реферальных, начисление денег от структуры, вот, и сам вывод денег тоже работает все как надо. Рекомендую, кто хочет прокачать свой аккаунт, кто продвигает какой-то бизнес, сетевой, либо не сетевой, может быть кто-то просто хочет прокачать себя, да, то есть набрать популярности в Инстаграме. Рекомендую данный сервис для раскачки вашего Инстаграм-аккаунта, для выхода ваших постов в топ. Вот. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на мой канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Лайки тоже приветствуются. С вами был Александр Ковалев. Всем пока, до связи.